Доброе утро. Сегодня второй день, а еще у меня на лице офигенная радуга. Получить бесплатный чай в кафе. Приносишь свой чай, заказываешь воду. Центр Помпиду. Сейчас сидим на автобусном вокзале, ждем звонка от нашей Блаблакар девы, потому что она нам до сих пор не звонит, а нам через полтора часа уже выезжать. Хлеб, сыр и авокадо. Надо же пообедать. Друзья, мастер-класс, как с помощью обычной банковской карты разделать манго. Мы, значит, сначала вот это все, потом так, в общем, все. Угощаем. Можно даже без рук его съесть. Все нормально. Ой, из Берлина в Анталию за 1000 рублей. Cheers! Ситуация следующая. Мы приехали в Санта-Мария, и это как бы в 20 километров от того места, где нам нужно быть. Что мы сейчас будем делать, мы не знаем, что мы будем делать. Вот мы нашли отличное решение.